В Алматы прошел третий ежегодный турнир по большому теннису «Технодом Open Cup» среди любителей. За кубок боролись начинающие спортсмены и те, для кого большой теннис – это хобби. Среди них известные бизнесмены, которые входят в списки журнала Forbes и вице-министр спорта и культуры. Турнир собрал участников из Казахстана, России, Украины и Кыргызстана. Общий призовой фонд составил больше 3,5 миллионов тенге. Честная борьба, четкий удар и хорошее настроение. 80 человек приняли участие в «Технодом Open Cup». На кону денежный приз и подарок от спонсора компании «Технодом». Это смартфоны, телевизоры и другая бытовая техника. Но азарт захватывает сильнее, ведь игра в большой теннис – это не только новые деловые знакомства, но и инвестиции в будущее. Мы хотим, чтобы у нас появились свои звезды, как Шарапова, такие звезды, как Джоркович, Надал, Федерер. В ближайшие 5 лет у нас появятся свои звездочки и уже хорошие, зрелые звезды из молодых ребят. «Технодом Open Cup» собрал в 1,5 раза больше участников, чем в прошлом году. Соревнования проводились в одиночном разряде и в парах с профессиональными теннисистами. Кроме того, в этом году появилась новая категория 50+. Здесь играют любители, для которых теннис – это особенная игра. Алексей Кедрюк знает не понаслышке, что такое удовольствие от игры в теннис. 5-летнего Алексея на корт привели родители, и сегодня он самый титулованный казахстанский теннисист. Его имя вошло в историю мирового тенниса благодаря рекордному количеству сыгранных матчей в Кубке Дэвиса. Здесь желание, чтобы выйти, поиграть и показать себя, и показать свою игру. Да, победа, победа, она всегда победа. Смотреть, как играют на корте, даже просто мочат и выигрывают. Организаторы говорят, чтобы стать участником турнира «Технодом Open Cup», достаточно уметь правильно в руках держать ракетку. Вторым аспектом называют огромное желание. Ну а третьим – это тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Отработка четкого удара, чтобы ваш соперник не смог отбить мяч. Кстати, победителями в турнире из 80 человек стали 32 теннисиста. Поздравляем! Наталья Раем, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.